Ребята, всем доброе утро. Сегодня я хотел бы в очередной раз снять краткий обзор на дистиллятор Люксталь. Люксталь модель номер 3. Данная модель пришла к нам уже обновленная, то есть на колонне у нее должен стоять цифровой термометр. Сейчас мы попробуем это вскрыть и убедиться в этом. Также хотел бы это видео снять для того, что недавно на нашем канале поступила от клиента жалоба, что при получении аппарата Люксталь, заказанного у официального представителя в Кирове на официальном сайте, человек получил аппарат плохого качества, что кламповое соединение самой крышки на кубе было бракованным, то есть, ну и качество исполнения самого самогонного аппарата ему не понравилось. То есть были заданы ему несколько вопросов, на что человек, в принципе, ничего не ответил, а только написал, что аппарат ему не понравился и рекомендует нашим покупателям, ну и вообще покупателям, кто рассматривает этот аппарат, его не покупать, так как он некачественный. Давайте еще раз попробуем упаковку вскрыть. Упаковка с завода не нарушена, обратите на это внимание. Вот такая вот упаковочка к нам приходит с завода. То есть все запечатано, есть логотип Люксталь. То есть это все видно. Давайте попробуем открыть. Обязательно при получении, неважно где вы заказываете этот аппарат, на официальном сайте или в любом другом интернет-магазине, при получении проверяйте обязательно аппарат в присутствии работника транспортной компании, так как если аппарат будет проверяться дома, то претензии все по каким-то внешним повреждениям там, они приниматься, к сожалению, не будет. На аппарат у нас идет гарантия 10 лет, то есть в течение 10 лет, если что-то у вас с ним возникнет, вы можете напрямую обратиться на завод-изготовитель, либо в тот магазин, где аппарат приобретали. Обратите внимание, что куб у нас идет данной модели 20 литров. Куб идеально ровный, никаких повреждений нет. Кламповое соединение, которое закрывает крышку, тоже работает неплохо. Обратите внимание на саму крышку. Выполнено все качественно. Нигде никаких вмятин, ничего нет. Ну и когда покупатель заказывает такой аппарат в нашем интернет-магазине, перед отправкой, я еще раз повторюсь, мы этот аппарат внимательно рассматриваем. Если есть какие-то в нем повреждения, такой аппарат мы отправлять нашим покупателям не будем. То есть куб выполнен шикарно. Все сделано грамотно. Тазик, еще раз повторюсь, очень надежный, хороший. То есть можно его использовать не только для самогоноварения, а также можно ставить на нем брагу. То есть на нашем канале есть много видео, где используется точно такой же куб на нашем самогонном аппарате, который мы используем у себя дома. Так что кому интересно, можете посмотреть, убедиться, что аппарат рабочий, надежный. Очень много нареканий по поводу вот этого зажима. То есть в принципе ломаться тут нечему. Все сделано тоже достаточно крепко, качественно. Может быть, кто-то говорит, что металл там достаточно тонкий, но он здесь и не нужен толстый никакой. То есть защелкивается, закрывается и крышку прижимает. Он тоже идеально. Все просто, никакой сложности и проблем с этим нет. То есть притягиваете просто его, одеваете на всю и вот таким вот щелчком закрываете крышку плотно. Поначалу это сделать тяжело, но когда он у вас немножко приработается, прокладка немножко просядет, аппарат будет закрываться гораздо проще. Это что касается куба. Давайте посмотрим колонну. В кубе они ничего не изменили. Изменили только колонну. Коробочка, где запечатана колонна, она и тоже идет за вот таком скотче. Логотип на скотче есть, что это Люксталь. Обратите на это внимание, то есть это не подделка. Еще раз говорю, аппарат оригинальный. Так, открыли не с той стороны. Перевернем коробочку. Что там здесь?
дверь. Да, что мы видим? Что мы видим? Это гарантийный талон. На аппарат гарантия 10 лет. Идет инструкция по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Все подробно можно почитать. Ничего сложного здесь нет. Да и сейчас очень много видео в интернете, где ребята используют такие аппараты. То есть можно посмотреть все нюансы. Можно взять оттуда. Ну и, конечно же, если кто-то не сможет чего-то для себя найти, можете к нам в магазин обратиться. Мы обязательно вам ответим на все вопросы. Товарищ у меня пользуется таким аппаратом. То есть перегоняет практически каждый день на нем брагу, так как объемы браги у него большие. То есть, в принципе, он может вам и подсказать что-то. Не знаю, почему на этом аппарате не сделали они Вин Гофмана. Вин Гофмана, я думаю, здесь тоже необходим. Друг у меня его сделал сам. Обошлось это ему все в 250 рублей. То есть в магазинах все комплектующие для этого есть. Шланг идет силиконовый 4 метра. То есть идет переходник на нос. То есть переходничок очень удобный. Я думаю, вы оцените это, когда будете перегонять и подавать охлаждение в ваш дистиллятор. То есть мне очень нравится, очень удобно. Только дивертер можно, не дивертер, а как он правильно называется, аэратор. Аэратор заменить на металлический, будет водичка с него бежать не так сильно. Но это все меняется тоже, если честно, это все копейки. Так. Что касается холодильничка, холодильничек идет у нас разобранный. Обратите внимание, что качество холодильника тоже на уровне. То есть все швы, все соединения сделаны грамотно. Не знаю, где там кто-то видит заводской какой-то дефект. Я не знаю, на первый взгляд вообще меня все устраивает. Холодильник разборный у этой модели. Царга. Царга идет в комплекте с сеткой с Патченкова. Сетка идет нержавейка, то есть приобретая аппарат, я советую взять дополнительно медную сетку. Сеточка у нас скручивается вот в такой вот рулончик. Поплотнее можно ее скрутить и засовывается в царгу вот таким вот образом. То есть засовывается, тут надо три сеточки. У меня три сетки медные я использую. То есть, ну и кто хочет получать качественные напитки, советую прислушаться к этому и дополнительно с аппаратом заказать еще медные сетки. Сам дефлегматор идет у нас тоже разборный, выполнен он тоже качественно. Нигде никаких заводских дефектов. Там. Все сделано грамотно. Вы это должны сами видеть, вот я попробую поближе вам поднести. Швы сделаны идеально. Не знаю, где там покупатель заказывал аппарат, который к нему пришел бракованный. Скорее всего, где-то не на официальном сайте. Сейчас очень много подделок на эти аппараты. Обратите тоже на это внимание. Не кидайтесь на дешевую цену, если увидите в интернете. Так, что касается у нас обновления. Обновление. На этом вот переходнике заменили они трубку. Трубка сделана уже диаметром гораздо меньше. И сделана она под цифровой термометр. Цифровой термометр вот такой сейчас в комплекте идет. Качество термометра тоже неплохое. Сейчас давайте попробуем его включить. Так, а вот здесь вот. Первый раз просто вижу такой. Температура показывает 26 градусов. Держу в руке, температура бежит. Должны это, наверное, видеть. Такими термометрами у меня на Люкстале 2 с колонной Pro тоже цифровой термометр, но он идет длинный. Можно даже мерить температуру тела. Достаточно просто взять подмышку его, засунуть, и показывает очень точно, четко. Так что, ребята, кто сомневается в качестве этого аппарата, присмотритесь. Я думаю, все видно. Все сделано неплохо. Так, хотелось бы мне также... Человек писал, что пробовал магнитом весь аппарат пройти. Нигде он не магнитится, кроме вот этой трубки. Сейчас я возьму магнит. Он у меня где-то был уже приготовлен. Куда-то положил его, не могу найти. Так. А
это нам нужно сделать обязательно, так как я бы хотел развеять все сомнения по этому поводу. Вот, к сожалению, не смог я его найти, но у меня есть другой, похожий магнитик. Вот, посмотрите, нигде он не магнитится. То есть, вот я отпускаю его, нигде он не магнитится. То есть, все сделано из качественного. Из качественной нержавейки. Может быть, какой-то есть сплав, но он не магнитится, смотрите. Чтобы убедиться, нового куба, оно магнитится. Вот он. Ребята, так что слушайте никого в интернете, то есть обращайте внимание, смотрите наши обзоры, то есть мы обзоры делаем честные, то есть никто никого обмануть не хочет. Ну и повторюсь опять же, в нашем интернет-магазине по пятницам на аппараты Люксталь предоставляется скидка, условия, я думаю, вы найдете, кому будет интересно, пишите. Так что, ребята, кому было интересно смотреть наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И уверен, если вы возьмете такой аппарат, вы не разочаруетесь в нем. Он будет радовать вас качественными напитками, ну и, конечно же, своей производительностью. Всем хорошего дня, удачи!